Привет всем! И сегодня я хочу рассказать вам о квадроцикле, ценовая категория которого приравнивается к бэушным. И это CF Moto X4 Basic. Это самый легкий мотовездеход в линейке CF Moto. Его вес составляет 332 килограмма. Обзоров на этот квадроцикл достаточно много, но я хочу показать вам главное – внутренности и технические характеристики. Расскажу вам про самую дешевую комплектацию. Здесь нет лебедки, здесь нет литых дисков. Это самый облегченный вариант. Нет электроусилителя. Начну с самого главного. Китайским инженерам удалось совместить несовместимое. Здесь нету крестовин. Редуктора с коробкой были выровнены в одну линию. В коробке нет цепей, нет сцепления. Установлен канадский вариатор с функцией торможения двигателя. Двигатель на вкладышах. Более мягкие и надежные амортизаторы. Новый инжекторный двигатель системы впрыска Bosch. Для безопасного движения здесь установлены поворотники и зеркала заднего вида. Максимальная скорость квадроцикла 95 км в час. Габариты квадроцикла: ширина 1100, длина 2300. Это полноценный двухместный квадроцикл. Кого и заинтересовало, еще дополнительная информация будет под видео. Всем пока. Весь модельный ряд наличий в Подольске.